Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле по горячим следам задержали аптечного разбойника. Накануне вечером в советский РУВД поступило заявление об ограблении аптеки на проспекте Речицкий. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил из кассы 360 рублей и скрылся. Были проинформированы ближайшие наряды милиции. На улице 70 лет БССР милиционеры заметили мужчину по приметам, напоминавшего нападавшего. Сотрудники остановили его. При обыске у него были изъяты деньги и оружие, которое предположительно и использовалось для разбоя. В настоящее время по факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый гомельчанин 1985 года рождения задержан. Вчера в Гомеле спасатели вызывали жителей одного из многоэтажных домов в Новобелице. Люди жаловались на едкий запах неизвестного вещества в подъезде. Виновника произошедшего долго искать не пришлось. Мужчину с острым отравлением увозила скорая медицинская помощь. В его квартире нашли вскрытый ржавый металлический баллон, из которого на площади полуметра разлилось неизвестное вещество. Спасатели провели необходимые замеры, по результатам которых выяснилось, что предположительно это был ангидрид уксусной кислоты. Щелочным раствором вещество нейтрализовали. Баллон изъяли для утилизации. Как позже выяснилось, емкость с опасным веществом мужчина нашел на пустыре, принес домой и попытался вскрыть. Почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь. В Добрушском районе школьник в наушниках попал под поезд. Инцидент произошел 25 апреля около 8 утра в 30 метрах от станции Носовище. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Железную дорогу он пересекал в неустановленном месте. До оборудованного перехода было 50 метров. Рано утром подросток 2002 года рождения, переходя пути в неустановленном месте, попал под грузовой тепловоз с сообщением «Руговец-Гомель». В настоящее время подросток госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. Проводятся проверочные мероприятия. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.